Продавить.
если цепляешь, то это значит замазать, чтобы разогнать руку, чтобы она пошла, и она выстрела, не важно. Резочки свободные, не дергать ручкой, потому что мяч не крутится. Мне не нужно ничего сыграть, надо самой туда ее раскручивать, проводить. В этом же твоя, опять же, должна быть задача. То есть, да, я держу дистанцию, выдерживаю паузу. Если у меня застой, у меня состава чуть дальше. И там просто то же самое спокойно делать. Паузу сыграла. И подача со сменой обращения. Подогнать ставлю, но я не делаю, чтобы сыграть в сторону. Thank you.
встречи, знаешь, ну, просто в сторону. Где задание было направить, ты вот здесь дело вообще не знаешь. Правая в серединку играет, вот ей нужно отдать и туда же. У тебя задание какое было? Правильно? Ее чуть-чуть собрать слово, то есть почему она стоит? Конечно, она будет, она с одной точкой играет. А ты не знаешь, куда полететь, потому что играешь вот в серединку. Бьем. И не знаешь, куда полететь. Тоже Thank you.
А для этого нужно выяснить, это не должно быть первое слово. Каждый сотрудник разный, на самом деле не получается. И для этого должно быть разумного. Траекторию, Лена, траекторию. Можно сделать пару фоточек. Кого сделать? Можно сделать пару фоточек. Сделать. Иди сюда, Лена. Ну ты ж сейчас хочешь не проиграть, правильно? Концовку хочу не проиграть. А что? Ну, это по смыслу. А? Кому всем? Ну, покажи мне, кому ты на этих соревнованиях всем проиграл. Этих нет. Ну, все, не надо это рассказывать всем. Это глупые вообще. Ну, блин, что сейчас делаешь? Подачу и уверенно делай движение. Ты что, тебе не важно? Ты же над движениями работаешь. Ну, все. Делать движение, и результат всегда зависит от того, что ты делаешь. Ты сейчас там не доделал, там не доделал. Ты хочешь не проиграть, то есть получается, ты разрешаешь ей делать, что она хочет. Зачем? Ты свою игру должна разрешать. Понимаешь? Ну, давай, своя игра, сильное обращение. Бывает, кстати, вот, накручивай подачки, только вот это не надо делать. Ну, просто вот эти маятники можно. Дистанция и спокойно, понятно. Пауза и спокойно сделать движение. Ручку кисть постоянно делай, имитацию, чтобы она расслаблена. Давай. Красиво получилось.
Давай, давай, Лена, делай. Еще раз, своя игра, своя, Лена, своя. Держи, значит. А просто. Можно мне? Нет. Хватит уже, Лена, фотографии. Давай, давай, смело, делай. Своя игра. Ну, давай. Просто играй, она не должна тебе ничего выиграть, проиграть, там все. Вырезать с ней, у тебя есть задание, подача и прокрути. Прием, свободная ручка туда провела, выбрала мне, выбрала. Не надо спешить куда-то там опаздывать. Сыграла, сыграла, ну тем более девушка маленькая, ты туда-туда чуть-чуть перевела. И опять же, играешь, раз косо влево играешь, ну скорее всего будет влево косо. Играешь косо вправо, значит уже надо просто заранее сместиться по-взрослому, потому что ты поняла, туда, об этом думала, что ты сыграла вправо, значит мне мяч придет вправо, в центр, я сюда выхожу заранее, заранее готовлюсь, сажусь, делаю движение, что мне надо. И подальше. Я вот сейчас подаю верхний, она мне вернется вот такой чуть завышенный, я его надо докрутить. Давай. Сладенько. Стопнуть. Спасибо, Лена, это настоящий игрок. Фух. Да? Правда?